Porter sector 5 and 3, head up to Commodus to sector 6. 6, we're having a chance. Hey, limit it, island out, buddy. Происходит среди воров грандиозных, они серьезных. Опоры называли себя кандидаты в депутаты. Разного рода мандаты готовы будут защитить по закону, если надо. Попробуй ты им отыви войну. Не останется шанса для тебя выжить. Коррумпированная власть, твоя жизнь подытожит. Подходить за свободные слова тебя вполне может. Найдут компромат и просто прикончат. Они найдут потом, чем обрадовать себя. В своих глазах они чисты, как небеса. Ты что рыло пушку, так разве это беда? Да-да-да-да-да, деньги, деньги, деньги плывут. Вот карман найдут на корзину потребителя из среднего слоя общества. Не как обычно обойдут, их разумеется не найдут. Рабочие, служащие, от голода пухнущие. Пенсионеры, старики, ребята с интерната. Не надо говорить про свободу, когда ты танки продаешь. Пакистан и другие страны в обмен на миллионы, что выйдут карманы. Лазаренко, Лукашенко, другие толстокожих недалеких ребят. С наезженной рожей ни на кого не похожий, ухоженный, пригожий. Органы контроля, которые греют руки также на чужом горе. Отправляют капитан за 39-е море, как бы не видя и доедающих, умирающих своих сограждан. От нехват витаминов страдающих, живущих в неуютных холодных домах, постоянно ощущающих, что такое страх перед будущим живя. Неуверенно, как будто нас здесь с вами уничтожает злонамеренно. И политика простая, мозги забивая разным дерьмом и от сознательности отрывая народ простодушный, послушный. Они нажили на этом капитал, ты меня слушай. Где деньги от валютных операций, кредитов они всегда оседают. Бандиты в разной масти, везде тебя страсти. Борьба ведется в эшелонах выше власти народов, уродов потерявши свое лицо после голода, репрессий, геноцида. Лучшие умы увозили в Сибирь. Сталин сидел на престоле, как упырь, выпивая кровь. Теперь проблема та же, но теперь мы свободны, а живем еще гаже. Понятно, что нашел в этом приятного. Народ мой, говоря о правах своих, невнятно. Пресса, вот голос народа, но не знаю, продана не лезет в воду. Ее голос звучит необычайно тихо, когда у власти забрали свои корыстные психи. Она давно лишь повторяет давно знакомые слова, от которых, как от меня, болит голова. Сливает дифирамбы там, где это не нужно. Здесь стоит вопрос, так кому все это нужно? Давайте вспомним, кандидаты, президенты, криминальные агенты. Не упускали моменты взять власть и насладиться ней. Власть опять призывала к этому денежная страсть. Предвыборная лихорадка, кровавая схватка. Акул криминала лишь остается загадкой. Почему мы терпим? Почему мы не воспрянем духом и всех их раком не поставим?